Друзья мои, всем привет! Снова я с вами, мы снова вяжем. Продолжаем вязать к этой шапочке, которую мы с вами уже связали, манишку. Я связала два варианта манишки из двух видов пряжи. Это та пряжа, которую я показывала в предыдущем мастер-классе про эту шапочку. Это пряжа Ламана Кузи. И советую брать именно ее, потому что именно она подходит вот по упругости. Она такая упругая. Резиночка хорошо держится, горловина здесь хорошо фиксирована получается. Стоечка хорошо получается, воротник стойка. С отворотом сделайте или двойной отворот, или одинарный. Второй вариант манишки я связала с пряжи побюджетней. Это Drops Alpaca Silk. Чем эта пряжа мне, ну, не так чуть-чуть нравится, конечно же. Не из-за цены, нет. Состав другой, и она уже не так пружинит. Она больше, знаете, как, ну, ватяная. В общем, кто вязал из этой пряжи Drops Alpaca Silk, вы знаете, какая она по ощущениям. И знаете, как она, вот, ну, не так она пружинит, не так держит резинку. Поэтому советую брать вот 100% альпаку, вот как это Ламана Кузи, аналоги. Ищите что-то похожее, побюджетнее. Разные производители есть альпак. Но именно вот такого аналога я пока не нашла. Если найду, напишу внизу под видео название этой пряжи. Итак, связала я два варианта манишки Unistyle. Для нее это вот этот молочный вариант. Он чуть-чуть уже. Вот в этом месте он чуть-чуть уже, чем вот эта серая манишка. Я вставлю фотографию серой манишки где-то на экране, но надела ее, чтобы, ну, просто под шапочку серая. Так вот. Она больше вот на любителей. Кто любит, чтобы побольше было здесь закрыто, пошире. Вот эта манишка, вот для вас вот эта. Мне больше это нравится тем, что она пошире. И вот этот вариант для него, я его так назвала, это для нее, это для него. Отлично же для мужчин подойдет, потому что у мужчин плечи пошире, чем у нас. И я советую вот этот вариант вязать, если хотите для мужчины связать. Для мужа, для любимого жениха, для дедушки, в общем, вот этот вариант. Третий вариант, какой я вам рекомендую, связать просто лицевой гладью вот эту манишку. Берете просто вот это описание, что я написала в PDF-формате. И смотрите мастер-класс сначала, например, потом читаете PDF-описание. И вяжете манишку без узоров, например, из ангоры вот этой же. У вас будет комплект, вот эта шапка, плюс свяжете себе манишку. Значит, вариант получится без узоров, просто лицевой гладью, очень классно. И такой вариант вы можете связать как поуже, так и пошире. Просто, если будете вязать узоры на вот этой ангоре, смотрите, какая она пушистая, ну, можете связать с узорами. Будет, конечно, хуже видно вот эти все узоры. Они будут чуть-чуть читаться, конечно же, видны будут немножко, но не так, как если, например, ну, на этих пряжах. В общем, друзья, всех, кто хотел связать комплект, шапку с манишкой, таким шарфиком манишкой, вы можете вязать шапку из ангоры и манишку из ангоры, или манишку из Ламана Кузи и шапку из Ламана Кузи по вот этому мастер-классу. Да? Мастер-класс есть в двух форматах по шапке. Один видеоописание для тех, кто любит все сразу начать вязать. А второй очень подробный, кто любит делать самостоятельно расчеты. И ссылочки на эти мастер-классы, конечно же, оставлю внизу под этим видео. Ссылку на мастер-класс по манишке также оставляю внизу под этим видео. Переходите, нажимайте. Мастер-класс очень подробный, особенно для новичков. Этот мастер-класс получился такой попетельный. Я с вами вяжу почти все ряды. Вы, связав такую манишку, поймете конструкцию, как она вот формируется. Выучите разные методы вязания. И эти методы, которые я вам даю в этом мастер-классе, вы сможете применять при вязании разнообразных плечевых изделий. Это очень важно. То есть я насытила этот мастер-класс разными такими приемами, чтобы вам он был полезен. Мой мастер-класс Unistyle по вязанию манишки – это способ утеплиться за один или два дня. Так как манишка вяжется буквально за один или два дня, ну, у кого какая скорость. И вы сможете до Нового года быстренько связать подарки. У вас 100% лежат в запасах вот какая-то вот похожая альпака, там что-то тепленькое такое. Пряжи много не нужно, чуть-чуть буквально все расписала в мастер-классе, сколько нужно. Под видео читайте дополнительную информацию. Так что ищите в запасах пряжи и вяжите подарки на Новый год, Рождество мужчинам, бабушкам, дедушкам, в общем, всем, кому пожелаете. Конечно же, с этим мастер-классом вы получаете мою поддержку. Во время вязания вашего изделия вы можете писать мне любые вопросы в любое время, в личное сообщение куда-то в соцсети, я вам обязательно отвечу. Я хотела бы раздеться, конечно, снять эту куртку, но на улице так холодно. Такие сейчас сделаю. Ах, холодно уже. Видите, как она смотрится. Вот так смотрится манишка на мне. Видите, вот этот серый, он отличается от этого. Я вам об этом говорила сразу. В общем, друзья,
укутаюсь, а то мерзнуть нам нельзя. Еще раз акцентирую ваше внимание на том, что берите пряжу лама на кузи и вот что-то похожее берите альпаку 100%, потому что она больше пружинит и лучше подходит для таких вещей. На этом все. Желаю вам приятного вязания. Пишите в комментариях, как вам такие манишки, понравились ли эти модельки. И увидимся еще на канале.